Подобные точки продаж в США называют магазинами у дома. В начале прошлого года появилась их усовершенствованная версия. Компания Amazon открыла в Сиэтле, Сан-Франциско и Чикаго 9 магазинов без кассира. Теперь же и другие компании пытаются овладеть технологией и оборудовать ею уже существующие мини-супермаркеты по всему миру. Осуществлять покупки в таких магазинах намного проще. Загрузив приложение на смартфон, человек отмечается на входе, набирает нужные товары в корзину, а потом просто выходит. Умная система камеры датчиков сама отслеживает, что оказалось в корзине покупок, а потом считывает плату с карты клиента. Отчет приходит в приложение на телефоне. Момент прозрения наступает не тогда, когда вы заходите в магазин или выходите из него. Он наступает в другом магазине или аптеке, или небольшом супермаркете. Вы берете покупки, а потом стоите в огромной очереди и думаете, зачем я вообще здесь нахожусь? Компания Amazon может выделить средства на строительство подобных магазинов с нуля, сразу встраивая все технологии. А другие компании обдумывают, как внедрять систему отслеживания в уже существующие точки. Этим занимается несколько стартапов. Один из них, iFi, говорит, что уже подписал контракт с сетью магазинов Carrefour во Франции, а также оператором мини-супермаркетов Жабко в Польше. А компании Zippin и Standard Cognition говорят, что обсуждали сделки с розничными точками в США и других странах. Мы видим миллионы розничных продавцов. Давайте поможем им установить подобную технологию. То есть мы создаем технологию для магазинов, а не магазины для технологии. Впрочем, стартапы пока только тестируют свои разработки, а Amazon намерен расширяться. В его планах до 2021 года открыть до 3000 новых магазинов без кассиров.